жил в заброшенном метро крокодил по имени Кошкин. Однажды Кошкин спросил у деда, почему они живут под землей. И дед ответил, потому что на земле живут страшные существа, которые ловят крокодилов и сажают их в зоопарке. Кошкину стало интересно. Он взял старый фонарь и пошел к заброшенной лестнице. Наверху было темно. Кошкин включил фонарь. К нему кто-то подошел. И у него были бананы в ушах, вентилятор на голове и большая лопата. Когда свет фонарика осветил жуткое существо, им оказалась маленькая девочка с бантиками на голове, косичками и воздушными шариками. Девочка ела мороженое. Она удивилась. «А ты кто? И чего здесь лежишь?» Кошкин потерял дар речи, но пролепетал что-то про монстров. Девочка рассмеялась и сказала, «А мы вот в метро боимся спускаться. Говорят, там страшный крокодил водится. Ты их не видел?» Кошкин замотал головой. «Нет, не видел». Он и вправду думал, что не видел никогда крокодилов, так как не знал, что он сам и есть крокодил. А девочка сказала, что очень хотела посмотреть на этих страшных крокодилов и специально спустилась в метро. Девочка угостила Кошкина мороженым, и они, взявшись за руки, пошли наверх.